Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Женя. Я делаю сумки своими руками из акриловых и хрустальных бусин. Очень интересно. И оригинальный дизайн. Расскажите, у вас бренд сумок? Да, бренд называется Ladies Bead, в переводе «Леди Бусина». Каждая сумочка индивидуально и уникально создается либо по моему творению, либо по желанию клиента. Это, допустим, хрустальная сумочка. Она имеет достаточно тяжелая, но очень удобная и вместительная. У нее переливающиеся бусины очень отлично гармонируют с любым образом. Каждая сумочка плетется в среднем по 10-12 часов. Можно добавить перья. Сумочки в основном я люблю, чтобы они были трансформерами, то есть у этой сумочки можно отстегнуть перья, и она уже приобретает более повседневный вид. Прекрасно. Как давно существует ваш бренд? Он только на пути развития, 3 месяца приблизительно. Где можно вас найти? В социальных сетях? В социальных сетях. Можно перейти по QR-коду или вписать ник. За такой короткий срок достаточно неплохо уже набрал популярность, появились постоянные клиенты, развиваемся. Вот первый раз участвую в таком классном мероприятии. Очень рада, что пригласили сюда. Кто ваши основные клиентки? Молодые девушки, стильные, лакони, которые любят со вкусом ярко одеваться, выражать себя, которые хотят показать всем, что они классные. Что вас вдохновило на создание такого уникального и красивого бренда сумок? Я просто сама большой фанат сумок. У меня более 10-15 сумок разных брендов, разных видов. И я люблю, когда все блестит, сверкает, классная форма, чтобы она была индивидуальная и бросалась всегда в глаза. То есть главный аксессуар у женщины – это сумочка. Это как ее лучшая подружка, в которой она носит всю себя, всю свою душу. И это единственный аксессуар, без которого ты не сможешь выйти из дома. Согласна с вами. А мы желаем вам успехов и новых стильных покупательниц. Спасибо большое, спасибо.